Всем подписчикам большой привет. Пошло сокодвижение в деревьях, и мы начали сбор традиционного кленового сока весенний. У нас только-только сошел снег, и наши клены готовы к сбору сока. Я в своих видео предыдущих показывал свой способ, который давно практикую. Это с применением фитиля бинта, по которому идет сок, и подвязанная к нему 5-литровая или 3-литровая бутылка. Вот этот способ, он уже проверенный давно, но имеет свои недостатки. То есть этот фитиль, он направляет сок по горлышку бутылки и достаточно хорошо капает, видите, сок, да? Технология простая. Сверлится клен сверлом на 10 перьевым сверлом с помощью шуруповерта на глубину 3-5 сантиметров, и в него забивается плотно бинт, фитиль, по которому идет истечение сока, и одновременно концентрация увеличивается его. А бутылка за ручку привязывается к клену и уже может достаточно прочно и уверенно собирать этот сок. И второй вариант мы опробовали, который тоже описан многими, это с помощью медицинской капельницы. Берется капельница медицинская, обычная, и сверлится тот же самый клен в удобном месте под небольшим наклоном, в который вставляется приемник капельницы с открытой пробкой, и ставится на сбор банка стеклянная обычная, можно бутылку, в которой в крышке тоже сверлится два отверстия, одно через которое попадает этот сок в банку, и второе это для выхода воздуха, чтобы не было давления. Чем этот способ удобнее? Ну, во-первых, банка закрытая почти, и капельница доступна, шуруповерт. Сравним эти два способа с течением времени. Ну, а клены расположены рядышком буквально. Вот мы его поставили где-то с полчаса назад, и завтра сравним уже по результативности. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь.